Ну вот, смотрите, видео из раздела «Мои командировки». Заехал я в гостиницу, находится эта гостиница, название не буду говорить, в городе Екатеринбург. Это там, где императорскую семью расстреляли. Вот такой вот у меня номер, двуспальная кровать. Такой вот вид. Ну, в принципе, неплохой, дорога там. Дальше не сильно шумно. Ну, что вам показать, что показать? Туалет. Ну, вот такой туалет. Душевая. Здесь можно отдельно задницу помыть. Даже фен есть. У меня с волосами проблема, фен мне не нужен. Хожу, только хожу по номеру. Ну, номер здоровенный, конечно. Мягкая мебель здесь, письменный стол, тут чай, кофе, штопор и так далее. Цветы там даже какие-то искусственные, наверное. Я вот только одно понять не могу, зачем мне второй туалет? Я думал, здесь какая-то, может, гардеробная, а здесь, оказывается, второй туалет. Вот так. Ну, в общем, с такой номер надо с девушкой заезжать. И ходить в разные туалеты. Ей, естественно, большой, а вам маленький. Ну так, в принципе, нормально. А, кондиционер еще, надо кондиционер сейчас включить, потому что на улице жара несусветная. Не только в Тюмени жара, но и в Ёбурге тоже жарко. Так, ну телевизор я не смотрю, принципиально не смотрю. Я иногда его смотрю, у родителей дома там заезжаю, когда в гости. И у меня сразу чувствуется, что начинает тупеть. Поэтому вот этот вот аппарат я не рекомендую никому смотреть вообще никогда. Там только ложь, обман и всякие сказки. Ничего хорошего там не рассказывают. Ну вот так вот. Вот такая вот у нас гостиница, такой номер. Буду ложиться отдыхать. Устал, очень устал. Поездили в много мест, согласовали документы. Слава Богу. Хоть какая-то приятная новость. А вообще, рекомендую город Екатеринбург. Это город очень большой исторической славы, больших исторических событий. Здесь не только расстреляли императорскую семью, царствие им небесное, мученикам. Здесь был сослан у нас маршал Победы Георгий Константинович Жуков, когда здесь командовал. Я не помню, как он тогда назывался, округ Уральский, Сибирский. Ну, в общем, когда он военным округом командовал за Уралом, он сюда сослал его Хрущев, который его очень дико боялся. Хотя Жуков помог Хрущеву, да не помог, а внес существенный вклад в то, чтобы Хрущев стал генеральным секретарем ЦК КПСС. Ну, вообще, очень много событий. Город вообще, если честно, напоминает Москву. Но только не таких масштабов, конечно. Ну, если когда-нибудь будете, здесь рекомендую гостиницу. Ну, ладно, так уж скажу. Гостиницу «Урал», 511 номер. Заезжайте. Я постараюсь оставить здесь чистоту и порядок за собой. Все, всем пока, всем удачи. И мирного неба вам над головой.